Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Цветочные джунгли от блондинки», и сегодня я хочу начать рассказ о легендарных хостах. Дело в том, что в 1996 году Американская ассоциация производителей хост начала выбирать лучшую хосту года. И первой лучшей хостой года была выбрана хоста «So Sweet». И таким образом каждый год выбирается лучшая хоста года. Так вот. А в 2002 году лучшей хостой года была признана хоста Гуакамоле. Очень сложное название, которое, смысл которого мне непонятен. Я не нашла перевода. Мне предлагали перевод с майя. Ну вот, переводчика с языка майя, в общем-то, тоже. Гуакамоле означает гуакамоле. Очень хорошо. Я не знаю, видно ли ее. А зимину видно только. Вот это гуакамоле. Я ее посадила весной. Это очень такая вот широкая хоста. Она разрастается в разные стороны. Вот она такая желто-зеленая. Ну, пока что у меня очень маленькая. И вот смотрите, эта хоста гуакамоле – это спорт от хосты Фрагрант Букет. А Фрагрант Букет была тоже лучшей хостой года в 1998 году, ну или вот что-то в этом районе, или в 1999 году. Получается, что гуакамоле – это такая вот прям принцесса. Это уже потомственная принцесса, но она дала не менее знаменитое потомство. А вот это уже хоста Stained Glass. Это спорт от хосты Гуакамоле. Вы только посмотрите, какая династия. И она была лучшей хостой года в 2006 году. Вот такая прям царственная история. Это все блестящие хосты. Это тоже дочка Гуакамоле, только называется Cathedral Windows, кафедральные окна. Это хоста Хамелеон, она более темная в какой-то момент будет, но пока что это не такой момент. Но она все равно достаточно темная. Вот даже смотрите, рядом там аллея аллигаторов, это я весной покупала. Видите, вот она все равно темнее. И она тоже блестящая, как и гуакамоле. Мне бы очень хотелось собрать у себя все хосты года, лучшие хосты года. Но я все-таки хотела бы начать с более новых сортов. Потому что вот эти старые сорта, So Sweet, Fragrant Bouquet, ну, они, конечно, очень интересные. Но они уже свою династию как бы передали более современным сортам. Вот. Получается, вот это Stained Glass, это уже аристократка в третьем поколении. То есть сначала Fragrant Bouquet лучшая хоста года, потом 2002 год дочка Fragrant Bouquet Гуакамоле, и вот 2006 год Stained Glass. А вот это хоста Stained Glass на картинке, потому что у меня она только посажена буквально позавчера. И, конечно же, понять, какой она будет, очень сложно. Она ярко-желтая. У меня только одна пока что ярко-желтая хоста, но она немножко не такая. И вот еще одна хоста Cathedral Windows, кафедральные окна. Тоже очень своеобразный цвет и, главное, блеск. Мне очень нравятся блестящие хосты, и я их буду точно собирать всегда. Ну вот, про вот эту троицу очень красивых и знаменитых хост я рассказала, и буду продолжать свой рассказ дальше. И еще я буду выкладывать свои путешествия по малолюдным местам. Мы очень любим с мужем поездить там, где поменьше людей. И одно видео о поездке ни много ни мало на Мальдивы, которые находятся буквально в часе езды от нашего многомиллионного города, которым не нужно лететь, не нужно
плыть, а нужно всего лишь сесть в машину и проехать часик.